ясно, что черную станцию уже заняли фашисты. Но раз Ульман ждал меня там, я должен был рискнуть. Всем привет, друзья, с вами Сникер Мульти, и мы продолжаем проходить метро 2033. И сегодня мы отправляемся на черную станцию, которая уже захвачена фашистами. Это, видимо, мы, да? Банк нас выдал. Ох, ёпт. Только не стреляй, братан. Бах, на. Кто это там такой метательно-ножный? Кто это? Ульман, ты что ли? Лутанем, пацанчик. Здорово. А что так долго? И где Павел? Неужели он... Ладно, об этом потом. Положение ухудшилось. Фашисты просто заполонили станцию. Тебе придется действовать одному, прости уж. Выруби их генератор, в темноте будет легче проскочить охрану. Вот, возьми. У меня Я есть такой ждать же. Тебя в заброшенном туннеле к полису. Да, пришло время стелса. Так. Как семья? По папе скучаю. Твоя-то как? Да откуда мне знать? Я их уже месяц не видел. А теперь мы тут застряли. Точно. Кому все это сдалось? Ага. А кто будет детей твоих кормить? Может, штурмбанфюрер? Эх, что за жизнь? Так, тихо, аккуратненько прошли. Взять семью, да сбежать на Ганзу. Тихо. Не ты первый, кто об этом думал. Их всех повесили. Ублюдки. О, добрый поступок. Тихо. Где этот там ходит? Он же должен обратно вернуться. Что-то странное там творится. Что это? Не пойму. У нас раненые! Блять, полей что ли? Да как они меня находят? Давай, двигай вперед. Я тебя прикрою. Ты меня за идиота держишь? Сам иди, а я прикрывать буду. Ведешь себя, как тёлка какая-то. Понятно. Они нас гонят! Направо! Не торчи здесь, давай вперед! Что, давай, да. Руки вверх! Ну что-то говнок-то получилось, блядь. Как они стреляют? Ёпта, всех зарублю сейчас. Да, подошло, блин. А нормально получилось? Я думал, меня завалят к чертям. Что же за дебил такой? Сам ты дебил. Лежать! Лежать, я сказал!
Вот этих жалко тут, вроде неплохие. Ну хотя фашисты, если ты к фашистам ушел, ты уже, блядь, нехороший человек. Ёп. Нахуй граната. Блять, рубасик. Что же за дебил такой? Стоять или пушку тебе разнесу, клянусь! Привет! Лежать! Лежать, я сказал! Что же за дебил такой? Бляха, они задолбали отбиваться. Шатали меня. Вот так вот, ёпта. Какой хороший чекпоинт. Да вроде все спокойно. Вот так вот. Задницу. Терпеть эту муть. Погоди-ка, а кто же будет сражаться за чистоту русской расы в родном метро? Я с тобой серьезно разговариваю. Слушай, ну так образуемся. Давай убивать и мародерствовать только в отпуске. Злой ты человек. Я-то? Был бы я злым, пошел бы в расстрельную команду работать. Или командиром стал. Я просто реалист. Это уж точно. Ну слушай, сам по сути. Все метро по уши в дерьме, кроме нас. Почему, интересно? Да потому что у нас порядок, понял? Порядок. И если мы не будем этот порядок наводить на других станциях, все, хана всему. Рагнарок нахуй. Вот тебе что, даже гражданских не жалко? Поздно жалеть. Пора бы уже привыкнуть. Понятно. Это было? Вроде пока все нормально. Да. Да вроде все спокойно. Что это еще за уроды? Вроде ничего. Как работает генератор? Если только к нему никто не прикоснется. Все на запля, ржавая хреновина. Дать к нему охрану. Тоха, Косой, сюда! Смотрите за генератором. Если я вас поймаю за картами, все. Так, офигенно. Что за говно? Ничего нет. На тех жопе. Не могу больше терпеть эту муть. Погоди-ка, а кто же будет сражаться за чистоту русской расы в родном метро? Я с тобой серьезно разговариваю. Слушай, ну так образуемся. Давай убивать и мародерствовать только в отпуске. Злой ты человек. Я-то? Был бы я злым, пошел бы в расстрельную команду работать. Или командиром стал. Я просто реалист. Это уж точно. Ну слушай, сам посуди. Все метро по уши в дерьме, кроме нас. Давайте быстрее базарить, я мне нужен хоть хороший поступок. Потому что сохранение очень далеко. К сожалению. Все, хана всему. Рагнарок нахуй. Вот тебе что, даже гражданских не жалко. Поздно жалеть. Пора бы уже привыкнуть. Так, сейчас надо
выключить свет заранее там. Если только к нему никто не прикоснется. Все на соплях. Ржавая хреновина. Пусто. Слушай, может это... Приставь к нему охрану. Такое бывает. Тоха, Косой, сюда. Смотрите за генератором. Если я вас поймаю за картами, все. Так, сводим кому-нибудь сюда. По-любому что-то припрятано. Или нет? Что-то, походу, ни хрена тут нету. Можно этого типа вольнуть, конечно, но... Постараемся без этого. Как я же не задел эти банки? Ты вытянул короткую спичку, тебе идти смотреть. Блях. Иди знаешь куда. Да не ссы, прикроем. Вроде ничего нет. Эй, кто там еще? Никого. Крыса, наверное. Будьте наготове. К нам, кажется, гости пожаловали. Да какие гости, я вас умоляю. Да-да-да, это тень мертвых. Ёртвь. Жаль, тут нельзя из-за угла углядывать. Так, тут у нас, по-моему, генераторная. Вырублю генератор, походу, да? Ладно, по стелсу не вышло. А там, кстати, есть этот... Очень познавательный разговор про метро 2. Что это было, блядь? Ой, господи, если... Бля! Все на соплях. Ржавая хреновина. Приставь к нему охрану.
Тоха, Косой, сюда. Смотрите за генератором. Если я вас поймаю за картами, дерну. Так, блядь, все по новой выслушиваем. Что? Не, тихо. Что-то странное там творится. Что это? Ничего нет. Если вот так. Блин, а потушить его никак нельзя тут. Подзарядим наш ПМВ. Сейчас, по идее, этот чувак должен выйти, он как раз это из генераторской, по-моему. Что же это такое, интересно? Ясно, короче, спалили меня. Хотя, может, даже и не спалили меня. Налево, ёп. Какая-то у тебя жопа непробиваемая оказалась. Только второй ножичек пробил. Все. Кончились. Мои перышки. Кто там что хочет? Бошку что-то обещает разнести какие-то потные пацаны. Где второй ножик, который тебе не воткнулся в попу? Стрелочка вежливо указывает налево. Ну, пойдем туда. Привет! Здорово. Сдохни, ублюдок! Так. Спокойной ночи, девочки!
нас тут гаси, ублюдка! Место, где кто-то что-то читал втайне от других. Вот ты где! Где? Ты меня нашел? Как? По стенке размажу! На, жри, мутантина! Жри, тварь! Сам ты тварь. Нельзя так обзываться. Руки вверх! Как говорится, кто так называет... Ой. Кто обзывается, тот так сам и называется. Тем временем, по-моему, вот сюда. Слышал раньше историю о метро 2 и... Вот это послушаем. Нет, но почему они не хотят, чтобы простые люди о них знали? Метро 2 — убежище советских богов на время Рагнарока, если силы зла одержат верх. Наше обычное метро — для стада. Метро 2 — для пастухов и их псов. В начале начал, когда пастухи не утратили еще власти над стадом, они правили оттуда. Но потом их сила иссякла, и овцы разбрелись. Только одни врата соединяли эти два мира. И если верить преданиям, они находились на Сокольнической ветке, где-то за спортивом. Потом происходит нечто, от чего выход в метро 2 закрывается навеки. Живущие здесь утрачивают всякое знание о том, что происходит там. И само существование метро 2 становится чем-то мифическим и нереальным. Но метро 2 и сегодня вокруг нас. Его тоннели облетают перегоны нашего метро. А его станция находится, может, всего в нескольких шагах за стенами наших станций. Эти два сооружения не дают. И те, кто верят, что пастухи не могли бросить свое стадо на произвол судьбы, говорят, что они присутствуют неощутимо в нашей жизни. Направляют нас, следят за каждым нашим шагом, но никак не проявляют себя при этом и не дают о себе знать. Это и есть вера в невидимых наблюдателей. Но почему они не хотят, чтобы простые люди о них знали? Во-первых, овцы грешны тем, что отвергли своих пастухов в минуту их слабости. Во-вторых, за то время, когда метро 2 оказалось отрезанным от нашего мира, развитие пастухов шло иначе, нежели наших. И теперь они являются собой не людей, а существ высшего порядка, чья логика нам непонятна и мысли не подвластны. Неизвестно, что задумано ими до нашего метро, но в их силах изменить все. Они могут вернуть нас в утраченный прекрасный мир, потому что они снова обрели свое былое могущество. Но от того, что мы взбунтовались против них однажды и предали их, они не участвуют больше в наших судьбах. Однако они присутствуют повсюду, и им ведом каждый вздох, каждый шаг, каждый удар, все, что происходит в метро. Пока они просто наблюдают, и только когда мы искупим свой чудовищный грех, они обратят свой благосклонный взор на нас и протянут нам руку. Тогда начнется возрождение. Так говорят те, кто верит в невидимых наблюдателей. Красивая легенда. И вправду. Что? Да вроде все спокойно. Что? Ясно. Историю послушали, можно только повоевать. Черт, это же граната! Да ладно. Граната! У нас потери! Блядь! Еще и сзади, ёпарас. В укрытие!
Да ёп, не могу перекинуть. Так, о, нормально. Но патрончик все равно еще маловато. Для, о, перышко. Что-то дует как-то, по-моему, недалеко отсюда. А тут поверхность завалена нахер. Каска что-то валяется. Туалеты, кстати, неплохо сохранились. Опа. Ой. Там парень. И тут как раз тут другая, так сказать, сторона. Ой, надо одеть. Кто там бродит? По воде. Ты же, блядь, я чуть не пересрал просто-напросто. Было страшно, честно сказать. Ну, блядь, только не надо, не надо вот это вот. Тут еще ребятки есть. Ёпты, блядь. Спасибо, не надо. У нас ранены! Руки вверх! Чё-то мне кажется, я назад вернулся, да? У нас потери! Да, вот они тут. Кому-ка надо этот противогаз снимать, когда я воюю. Так, мы опять вернулись сюда. Ну, теперь мы пойдем уже в эту сторону. Так, тут тоже дышать невозможно. И парень тут уже нахлебался, так сказать. Действованное. Так, ну мне кажется, что-то мы уже близко к выходу. А вот это вот, пожалуйста, не надо, вот это вот. Вот это вот не надо мне. Патронов нет, ни хера просто. Ульман. Братишка, ты это сделал! Это да. Залезай сюда и передохни. Хоп. Скоро мы будем в полисе. Че, отсюда прям в полисе? Наконец-то мы добрались. Почти добрались.
Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Что-то нам снится. Страшное. Нехорошее, походу. Страх. Мы умрем. Ужас. Это конец. Даже если отец и мать ненавидят и бьют чадо свое, чадо любит их и старается понять. Мы любим вас и хотим помочь. Беги, Артём, беги! Мы желаем помочь. Ну вас надо. Но это ведь единственное, что мы потом будем делать. Чего-то испугался, когда взорвалась эта хрень. Трудно описать, что я чувствовал в тот миг. Я падал с ног от усталости и в то же время не мог сдержать улыбки. Я справился. Я доставил послание Хантера в полис. И теперь судьба моей станции была в руках куда более сильных, чем мои собственные. Я выполнил свою миссию. Ну, а... приедем в полис и узнаем, помогут ли нам мы уже в следующей серии. С вами был Сникер Мульти. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и пока.